Карагандинской области прошли 4-е международные соревнования снайперских пар «Алтын-Ук». За звание мастера одного выстрела боролись 21 команда из 6 стран мира – Китая, США, России, Белоруссии, Великобритании, Пакистана, а также силовых ведомств Казахстана. О том, кто стал победителем, знает Алина Акбаева. В течение недели снайперы из разных стран боролись за звание лучшего, стреляли по различным мишеням с разных дистанций, состязались в умении маскироваться и ориентироваться на пересеченной местности. Участники испытывали себя при высоких физических нагрузках и психологическом напряжении. Каждый из 5 этапов состязаний требовал высокого уровня выносливости, качественной командной работы и хорошей подготовки. Как отмечают участники, борьба была очень сложная. Уровень подготовки всех снайперов на высоком уровне. В отличие от казахстанских, хотелось бы отметить то, что ежегодно в мире проводится ряд подобных соревнований. И казахстанская сторона, скажем, аккумулировала опыт всех предыдущих. И программу самого соревнования, упражнения, это был, скажем, симбиоз. И причем с учетом ошибок и недочетов, которые имелись на других соревнованиях, они здесь их убрали полностью. Казахстанские снайперы стали абсолютными победителями соревнований. В общекомандном зачете среди снайперских пар весь пьедестал у военнослужащих вооруженных сил Казахстана. Команда Беларуси заняла 8-е место, 9-е-10-е у Китая. Для того, чтобы уравнять шансы участников, им было разрешено использовать свое оружие. Наблюдателями на соревнованиях выступали представители Турции и Индии. Всех победителей соревнования торжественно наградили почетными грамотами и ценными подарками. Алина Акбаева, Жандар Химжанов, Эдуард Садыков, 5-й канал.